Бахар. Хандан, все нормально? Простите. Правда, мне очень жаль. Ладно, Хандан, ты не плачь. Хандан, дорогая, что здесь произошло? Сестра? Бахар, я правда не хотела этого. Кеман меня насильно привел сюда, потому что я больна. Если бы я знала, что ты так сильно разозлишься, я бы не пришла. Бахар, что ты сделала? Возьми уже трубку, мама. Сколько раз я тебе звоню? Хандан, дорогая, расскажи-ка мне, что случилось. Почему вы в таком состоянии? Что происходит, Илдус? Бахар ударила Хандан, да так, что она упала на пол. Хандан наверняка спровоцировала Бахар. Что бы там ни случилось, Назаш, это не оправдывает ее. Сестры нет, она ушла. Где Бахар? Она внезапно дала пощечину. Я и сама не поняла, что происходит. Простите, пожалуйста, я испортила вам вечер. Доченька, дорогая, все нормально. Бахар? Бират, прошу, умоляю, поехали отсюда. Бахар, что случилось? Чего ты плачешь? Пожалуйста, не спрашивай ничего. Поехали, пожалуйста. Ладно, давай. Бахар? Бахар? Сестра? Вот, возьми. Спасибо, Назира. Пей, доченька, придешь в себя. Я правда приношу извинения за мою дочь. Ладно, госпожа, не будем затягивать. Такое бывает. Наверное, она была на нервах. Я пыталась ей объяснить, но она даже не пыталась выслушать, будто с ума сошла. Но как ни крути, я ведь не могу ее винить. Это было не к месту, что я была здесь. Я неправильно поступила. Разве может такое быть? Ты не виновата ни в чем. Что бы там ни происходило, Бахар, не нужно было так делать. Но сестра Илдес, эта девушка может вывести человека из себя. Кадер. Нет. Я была виновата. Хандан. Все нормально? Слушай, я не могу тебя такое отпустить. Никаких нет, никаких отговорок. Ночью ты у нас. Бахар так раньше не делала никогда. Так она не виновата ни в чем, Кеман. Ну, я не должна была сюда приходить. Кадер, доченька, пойдем. Госпожа Севги, прошу вас, садитесь. Нет. Правда, мы лучше поедем. И вы, пожалуйста, не тревожьтесь, прошу. Пойдем, доченька. Я тоже от имени дочери хочу извиниться вновь перед вами. Я тоже поеду с вами. Кеман. Кемаль, сынок, останься. Нет, мам, я тоже поеду. Госпожа Севги, пожалуйста, не злитесь на Бахар. Я ее понимаю. Хандан, дорогая. Хандан. Давай, дорогая, просыпайся, я тебе завтрак принесла. Мне ничего не хочется, сестра Элвис. Но так же нельзя. Так ты не выздоровеешь. Давай, дорогая, из уважения ко мне, ну. Возьми. Хандан, дорогая.
Я не хочу расстраивать тебя, но... Что вчера случилось? Расскажи мне, почему Бахар ударила тебя? Мне очень стыдно, сестра Алдыс. Тут нечего стыдиться, Хандан. Расскажи. Но я пошла на кухню взять воды. Она зашла за мной. Она начала мне угрожать. Сказала, оставь в покое Кемали, иначе я уничтожу тебя на ровном месте, боже мой. Зачем Бахар делать это? Она так никогда ведь не делала. Это же ведь в моем стиле, да, сестра Элдес? Нет. Я не это имела в виду. Я очень изменилась. Многому научилась. Выросла. Да и я не хотела туда ходить. Кемаль заставил меня туда пойти. Я ж больна, чтобы я не оставалась одна. Более того, сначала мы пришли сюда, но тебя не было дома. Не знаю я. Может быть, Бахар права? Я же тоже в свое время много всего сделала плохого. Дорогая, что бы там ни случилось, так делать нельзя. Я сейчас приду. Ферман, дорогой, ты где? Да, папа Усман. Хандан, доченька. Ну как ты? Ну как я могу быть? Это Бахар в итоге сделала то, что должна была. Она больная. Дала мне пощечину. А чего ты расстраиваешься, доченька? Ее грязные стороны раскрываются в итоге. Мой сын тоже видит, кем она является. Надеюсь, отец Усман. Надеюсь.